3 октября в католической школе города Новосибирска произошло празднование сразу 4 событий. Ученики школы поздравили своих педагогов с наступающим Днем Учителя, а также отметили День памяти святого Франциска Ассизского, отмечаемого в католической церкви 4 октября, День Сергия Радонежского, со дня рождения которого в этом году прошло 700 лет, и праздник осени. А школа наша францисканская, и каждую осень мы отмечаем День Святого Франциска. Так получается, в этом году у нас 4 праздника. День Сергия Радонежского, День Святого Франциска, День осени и День Учителя. Ученики школы подготовили театральное представление, включавшее в себя песни, танцы и, конечно, теплые слова поздравления учителям. В завершении праздника директор школы отец Карада выступил с благодарственной речью в адрес преподавателей, родителей и всех, принимавших участие в мероприятии. Дорогие родители, спасибо, что вы тоже нашли время быть здесь. Школа и родители – это призвание, это значит забота. Свой профессиональный вклад внесли педагоги по вокалу, хореографии, а также классные руководители, рассказывавшие ученикам о жизни святых Франциска и Сергия Радонежского. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Любовь Викторовна Азаревич работает учителем уже 19 лет, 14 из которых преподает в этой школе. Мне очень нравится здесь работать, наверное, потому что мы с отцом Карада очень хорошо понимаем друг друга. И у нас одна цель, и вот именно на взаимопонимании строится наша работа. Что касается религии, это по-разному. Значит, католическая школа – это не значит, что здесь только католики, конечно. Но все равно все вместе, если они выбирают тоже нашу школу, это потому что они знают, что здесь что-то есть специальное для них. Это духовность. Мы бы хотели пожелать, чтобы у них было добро, счастье. И очень хорошие дети были. Я хочу пожелать Ольге Александровне, чтобы она была здорова всегда.